Док-хантеры, которые утверждают, что являются спасителями детей и стариков. Никогда не прибегайте к отравлению животных. Вы можете себе представить, что спецназовец, для того, чтобы ликвидировать опасного преступника, бросит в него гранату где-нибудь в торговом центре, когда вокруг женщины и дети? Точно такой же эффект у отравы. Она не выбирает жертву, и первыми гибнут самые доверчивые, добродушные, самые умные собаки, а реально дикие и агрессивные, слишком недоверчивые и осторожные, чтобы съесть отраву в подозрительных обстоятельствах.